Добрый день! Меня зовут Ольга Орлова, я продолжаю историю о нашем путешествии, о нашей мигратуре в Таиланд. Сегодня мы позанимались на тему, наше занятие было на тему рынок, трансформационных и бизнес-игр и как найти свою нишу на рынке. У нас 8 участниц, и каждая из них говорила о своей личной уникальности, о том, чем действительно занимается всю жизнь и что ей могло бы быть интересно запаковать в игру. А сейчас мы на пляже Патонге, то есть это Пхукет, пляж называется Патонг. Вот здесь сейчас покажу вам, сколько у нас тут чудесных соучастников всего. Где же найти, как перевернуть? Не вижу. Значит, будем переворачивать вот так. Вот такое море. Вот такие девчонки, участницы. Где-то там в море еще плавают наши девочки. Купаются. А это Индийский океан за моей спиной. И линия прилива и отлива вот такая. Мы живем вот там где-то, вот в той стороне. Мы живем немножечко в стороне, и это уединенно. Для того, чтобы мы могли спокойно заниматься и на что не отвлекаться. А отдыхать мы и тусить, мы, конечно, можем ездить сюда, в город, на пляж Патонг, в центр Пхукета. Ну ладно, пока-пока, пойду купаться тоже.